Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и это YouTube-канал «Счастливая улитка». Сегодня покажу, как вязать две петли вместе, одну лицевую с наклоном влево и с наклоном вправо. Довязываю до нужных петель. Сначала я вам покажу с наклоном влево. Две петли провязываю вместе, одной лицевой за заднюю стенку. Это с наклоном влево. Теперь покажу с наклоном вправо. Довязываю до нужных петель. Переворачиваю эти две петли. Провязываю их вместе одной лицевой за переднюю стенку. Это с наклоном вправо. Показывала я вам на лицевой глади. По краям и внизу рисунок букле. Как вязать лицевую гладь, как вязать букле, я показывала ранее в отдельных видео подробно. Ссылка на те видео будет в описании под этим видео. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.